Этот мир жесток и опасен. Так же, как и мир АРК. И особенно хорошо это понимаешь, когда просыпаешься в зараженном доме. Ну что, ребятки, прошли сутки, захожу на сервер. Узнаем, зарейдили нас, не зарейдили. Вот здесь у нас база была. Так, возродился на кровати. Снесли ворота. Всех животных убили, да, мрази ебаные, сука. Вообще никого не оставили. Так, раз ворота снесли, две пары ворот. Тут все нахуй снесли. Тут тоже виверн убили. Камазик, трайпов камазик. Убил кристальную виверну. Так и не понял, тут несколько что ли приходили? Кристальную виверну убил камазик, трайпов камазик. Еще какой-то поток 85-й, император. Два клана что ли? Поток и, короче, камазик. Мрази ебан. Всех вообще убили. Опять начинаем с нуля. Ну ладно, сейчас. Ну сука, найдем их. Им поплатится за все. Кто там камни ломает, сука? Я видел, как камень разлетелся. Смотри быстрее, блядь. 269. Бобр. Кто там? О, дядя Артём, здравствуйте. А ты чё, не зашел, что ли? О, вон дома. А я не видел. Где? У меня просто спальников там духу или он? 40. Левый почти пацан. 40-50? Ну ща прибегу. Да. А ты там что-то поставил уже? Ага. Чё? Ты мне должен будешь. Базу отстроил? Да. Процентов, да. Я говорю, кильнись, мы заберем все. Дядя Артём, походу, жестко там лутался, пока меня не было. Эта тварь, она в чате писала, он написал, типа, чуваку, жди гостей, а я написал, камазик, жди гостей, он угорает. И все, потом больше ничего не писал. Так, 40-30, вот, хоромы. Ну, хоромы. Иди сюда. А. Загляни в него. Опа. Загляни в него. А чё, загляни. Не убили, что ли? А ты... Это все, что осталось, или что? Это я спрятал. А куда ты их спрятал? Вот, в этот. В гриву. Забрал крепот вот этих всех. И положил это. А что, они не смогли ее убить, что ли? Нет, походу. Рискнуть нефть. Лошочки. Я вот поэтому говорю, зря они нас оставили. Да ё-моё, да? Что такое? Да! Влетелись, ты открываешь или я? Ну их, может, животных не было, они еле-еле на сишки набрали. Их не было животных, потому что они даже ворота не взлетали, они нас пусть прошли. Я не знаю, где они живут, что-то я... На плоту, скорее всего. Думаешь? А вот сейчас сишки скрафтить и поплавать. Он метал. Я нашел вас. Заразили друга в водопаде. Где хуй делать? Обычную базу без турели, без села. Надо грифончика приручить, чтобы я тоже мог летать. И можно попробовать. Опа-на. Нашел, что это было? Tribe of Древнерус. Целый? Ну, запомнил. У него был динозавр и пропал куда-то. Знаешь, как страшно было. Сердечко просто это не остановилось. Садись на грифона. Иди туда, скажи мне что там. Я к тебе приду. Ой, там животное. Здоровый этот. Кальмар. А, тут он все там? Он внутри, да. Сейф стоит. Че, нету? Турели вроде нет. Ой, тут два их. Три даже этих животных. Это кого? Тихо. Под вампом. И там под водой, смотри, еще. Страшно. Он их тут размножает, что ли? Сколько протухшего мяса. Банан, знаешь, что надо? Быстренько сейчас все ломать сишками. И валить эти дороги. Не знаю кто. Сейф надо забрать. Надо вот этих тоже ему убить. Потом. А я не убью его, мне кажется, меня не убьют. Давай я сломаю вот это. Колодос. А можешь? Да. Да, я тут посмотрю, как они тебя пьют. А я не хочу. А как?
Сейчас вам придет сразу, погоди, не ломай, давай сишки с красным. Тут альфа. Вот, вот который голова торчит, ударь. И лучше вольтовер. Так. Согрелись? Окей, тогда давай это. С тобой сейчас этот. Сишки 15 крафтим. Взрываемся. В любом здесь лута много. Если они этот не атакуют, попытаться убить, что ли? У них хп много. Наверное, 1030. 40. Я не оселяю. Делаю 10 сишек. Опа, нефтекачка стоит. Да, я знаю. А ты оттуда там нефть видел? Не, да, я лутал. Надо командика найти. Еще так пишет, у меня на всех серверах база. И чё? А на этом сервере? Нет. Минус одна будет. На следующий, да? Ну. Конечно, он не один играет. Лут просит дать, я потом отдам. Не отработаю. Оп, по концу карты туда. Дальше. Ой, турели стоят. Та платформа. Типа всех боссов победили, да? Мне кажется, в этом сейфе нихуя нет. Или там артефакт. Будем рисковать или нет? Да ладно, чё нам взорвать. Чё нам терять? Нечего терять, так всё потерять. Стой, дай-ка я ударю. Стой, погоди, в грифон сел. Ударь. Потому что есть ли что-то там? Сейф? Да пох. Давай. Ебаш. Есть сейф. Ух, щит. Дробовики на 200. И все? Броня хорошая. 1000 патрон. Дробовик, арбалет. Жемчуг, это хуйня. Еще патрон духой. Просто патрон, парашют и боулс. Водолазный костюм. Не очень быстро лутаем. Элемент. Жемчуг 1000 с чем-то весь. Блять, я его обратно положить не могу. Водолазный костюм. Дай, да, дай, я забыл это. Ривола. Смотри на меня. Ой, я тоже такую хочу. Давай, уйди быстрее, вылетай. Стой. Дай, я взорву это. Рио. Одна, хватит? Не знаю. Не хватит. Полетели. Летим домой еще крафтится. Там духующий патрон. Я убью их, интересно. Попробую, я полетел пока. Надеюсь, там будет динозавр. Ну, в сейфе нормально было. Ну, как минимум, дохуели он патрон. И с хорошим дробовиками. На ПВП можно выхлёстать. Надо еще этот металл скрафтить себе. Очень опа, будет. Грифон. Чей-то, да? Нет, я. 88. Это я, наверное, летел. Нет, это синий. Уже не знаю, как телефон. Как ты летаешь и как простой? Простой это лучше. Я как бот специально. Мне куляр, а хлыст на 169. А вот дай мне хлыст. Скелетик смешно так выглядит. Ну-ка стой. А, и маска, да. Вот здесь встань рядом с медведем, так рядышком. Тебе подарок. Чё за маска? А, шлем. Сами рядом с медведем. Их выставь руку возьми. Давай вот так. Так тебя похуй. Ай, застрял. Ай. Ну все, весь дом разобрал. Надо дом в металл улучшать. Да нахуй ты стреляешь? Ты меня не попади, давай. Давай из рук его бери. От греха подальше. Грех на душе не брали. Пока дел мне не творил тут. А, пока 15 всех не сделаю, не пойдем его рейдить. Ну делаю, я пойду тогда металл вот он еще. Можно его на те острова туда дальше слетать. Вон с другой стороны мы вообще там не были. Мне кажется, так же все прячется. Ну ты можешь так по всей карте проплыть. На своем, тебе никто ничего не сделает. Страшно, то что резко. Я должен сделать скриншотик, подожди, пока сижу. Давай я рядом сяду. Давай быстрее, пока нас не убили. Никто не придет. Все.
все, стой. Ракетница. Я закрыл. Вот так, стой. Просто скелетик. Вот так. Давай, вот так. Типа скин там. Все. Делай. Стой, стой рядом. Улыбочка. Давай, рейдж. Маску сниму. Убери свой скотил. Не обижай. Мой грифончик. Так, давай кинем для начала. 8000 осталось. Кстати, именно надо, да. Петро будет. Петро. Ага. Пустый крепон. Я сейчас всех перебью. Всех. Ну-ка. А сколько? Он, смотри, уже кровавый. Может, у них что-то? Давай его побьем. Давай. Чтобы навредил. Как будто он в стену. Странно так сплять. 239. А я по 39. Ну смотри, царапин есть. Можно убить так. Сейчас уровень зато поднимет. Отправляйся. Это мало. А, летит, летит. Лаквалан взять, я бы сразу на одно и все. Подговнили, пацаны. А он на другом сервере сейчас, наверное. На другой карте, точнее. Звук такой, будто я в железку стреляю. Все, кончился. Как получается? Не знаю. 29 уровней. Что его ебашь, ебашь, может только еще плохо. Ну, у него же будет 40. А, вот. Одно царапинка, все. О, царапинка есть. А тут царапинка была. А вон, на шее появляется тоже. Прилетели. Артём. На мейнге, на мейнге, чувак. Ой, я он выйду. Этот. Он в теке, Артём. Я ухожу. Он по мне стреляет. Улетишь? Не знаю. Я пикирую как могу. Он меня догонит, он в теке. Я в небо высоко полечу, чтобы меня не видел. Я смотрю назад, что-то вода упала. Чувак на мейвинге и в тейке, блядь. Видишь, все-таки играет, на. Прилетел. Он прилетел, потому что мы убили этого. Ну. Мы взорвали, ему там тоже видно, так должен был быть. Не-не-не, в чате не показывается. На экране высвечивается тогда, когда именно убили кого-то. Нормально, я стамин до 2000 качал, я теперь в воздухе высоко. А тебя не видел? Не знаю, я прям высоко поднялся, не прогружаюсь. За тобой? Я его не вижу. Я просто этот смотался. Я тоже. Я сразу наверх. Он по мне там так винтовка начал стрелять. Пару раз выстрелил. С так винтовки? Да, у меня 30 хп снял. Блин, а так винтовка это проблема на темноте, можно видеть. Ночник может быть. Пишет. Ваня Родис. Run for your life. Напиши. Беги, если хочешь жить. По-английски пиши. Don't cry, напиши. Я убегаю еще. У меня паника. Сейчас напишу. А че мы сразу бежали? Ну конечно, в теке пришел. Своим кулачком. Тек это вообще имба. Я знаю. Блин, опасно теперь. Ну че-то задрота играет. А мы сейчас так разбежались быстро вообще. В разные стороны. Ну, так и надо. Вообще не понял, за кем летит. Но он выбрал тебя. Он, но, наверное, меня не видел. Да, он увидел, я взлетел, он по мне начал стрелять. Решил пролететься по карте и поискать базу для рейда. Но, к сожалению, кроме прирученного дяди Куруса, я никого не нашел. Надо Камазика найти. Снести его базу. Но я не думаю, что он альфа на этом сервере. Мне кажется, вот этот альф, на котором мы напали. Хорошо, что он прилетел на новинке. Ну, в теке он бы и нас так и так и так отпиздил. Продолжаю искать базы. Вот запитанные турели. Под вохом. Кибитка такая у них нормальная. Ой. Чел на грифоне. Где? Напал на меня. Здесь рядом. Где? Вот иди, я. Иди, знаешь, куда? Куда? Где? Вот я красную подачку, видишь, я вот рядом с ним. Вообще не вижу. Напал, блядь, на меня. Дурачок. На горе. Ой, вижу.
Лети вниз, вниз лети. В воде. Он в этом. В теке. Ускорялся. О, Вован. Че? Дом нашел. Северный. Да? Где? На скалах. Иди к скалам. Тут зеленые скалы. Юнец. А, юный у него там растет. Минус анкью. Сишки скрафчу, себя заберу. Здесь надо зарейдить, просто завтра это пацана зарейдим и окупимся. Броню сниму, чтобы меня не видно было. Ну так, лягу. Никого вроде не убили. Нас не зарейдили, поэтому пока не поздно. Крафчу турели и улучшаю дом до металла. Поставил турели и снова вышел. Ага, зашел. Я живой. А ты где? Я спрятался. Понял, где. Рядом с домом. Я просто рядом с домом выхожу, меня никто не трогает. Напротив. Че, грифончика надо достать. А ты, кстати, куда гриву спрятал? Я заходил, что-то не видел. Ты же не видела? Она рядом с домом стоит. Да? Бегу там, да. Че, пошли посмотрим этот дом. Тот. С турелями? Или тот, который где этот? Где виверна была. Я хотел, короче, зашел с утра. У меня времени немного было. Я пошел металл плавить и думал сейчас... Двух или одного стегозавра усыпить хотя бы. Но времени не было, там перезапуск сервера был. Сейф — это хорошо. Так 20 сейфов поставить, чтобы непонятно было, какой рейд нам. В шахматном порядке. Да. Ты близко, да. Скажешь, как урона будет? Давай. Я на тебя смотрю. Голову так поднял. Еще. Мне кажется, не видите. А ты задним ходом можешь? Угу. Ну давай, все, иди. Еще. Он тебя не видит пока. Не увидел сколько. Сколько дал? Не мне знаю. Не написал учет. Не пишет. А, сто. Сотку за выстрел. Ну, ненадолго тебя хватит так-то. Давай проверим. Если у него только на персонажа, я на дошку сишку-то леплю, все, и отправлю на анкилу. Давай. Так он так взорву. Надо посмотреть только на каких у нас животных. Так, все, додошка готова. Ой, как она бегает смешно. Так, все, я над этой хуйней скинул. Летит. А ты откуда он приземлился? Видишь, на животных тоже. Стой, а сишка не пропадет в на трупе? А не знаю, так-то не должна по сути. Иси еще одну. Да ё-моё. Так смешно, ребенка таскаешь. Хуя себе ребенок, блядь, почти как я размером. А если щитами попробовать разрядить? Пьют пиво, берут щит, бегут и взрывают это, ракетницу. О! О, давай кидай. Меня не надо! Скелетика выцепил. Сейчас мы здесь арсуда. Какую? Вот эту посередине? Вот, да, 49-я. Паскуда, че меня не скидывает. А может, я рискну, оденусь, чё? Ты меня съешь, кинешь, я прыгну. Чё-то он пиздец медленно летит. Вообще не летит, можно сказать. Перегруз, нахуй. Давай, кидай. У него что-то там стоит. А, это анкил? А чё он розовый какой? Он красный, потому что это X. На другой карте. Так, как мне попасть?
Это как, знаешь, где игрушку надо, где игрушку выловить надо. Давай. Правее, левее. Куда мне? Я не понимаю. Так. Назад. Стой. Лево, право. Я как это, знаешь, джойстик, а ты управляешь. Гарри, куда скидывать? Назад. Давай, еще назад. Еще? Давай. Кидай. Ага. А смотри, если взять дудошку в руку и попробовать добежать. Она по сути Ну, а как оно ее убьет, если я первый бегу? А если спиной бежать? Вот так. Нет, так я не добегу, да? Он так не бежит нихуя. Смотри, сколько щит выдерживает. Зажми правую кнопку и побеги. Бежит? Сейчас посмотрю. Давай я сейчас тратим ракету с ракетницы, я побегу, стрельну. Умру. Не, щитом он как будто не закрывается. Он просто вот так, знаешь, в бок его уводит. Так, иду. А, у него химический стол. Только я не понимаю, в какую сторону мне идти. Да, иди. Левее чуть возьми. Угу, правее. Да, вот так. А, о. Потихоньку иди. А у тебя стрельнут сразу. Меня не видно. Стой, я посмотрю, сколько у меня прочность щита. Он у меня... Прочность 1163. Это ты какой щит там взял? Железный. Два раза по мне выстрелили. Сколько? Так. Стало... 1009. Ну, где-то 150 за два выстрела. Получается, это 75 за выстрел. Ну, при том я урон не получаю, то есть я могу... А если щит ломается, он автоматически ставится? Можно и щитами, в принципе, разрядить. Сколько? О, нет, он, смотри, он мне по ноге попал, мразь. Он не всегда попал. Ботинки сломал. Хочу посмотреть. Вот смотри, я его пару раз забайтил, он мимо попал. Щит просто пониже надо держать. Ах ты, мразь. В окошко мне попал, походу. Нет, у нас проблема то, что это... Че? Ракет с 87-го. С 87-го, пару уровней еще. Так, вот автотурель. Ага, вот примечание. Автотурель считается каменным строением, которые могут быть повреждены только мечом, металлическим мечом, тег-мечом, баллиста, пушка. Ага, баллиста мы сможем красить, а пушку? Пушка. Пушку сможем красить. А порох надо. Спальник здесь где-нибудь в ебу? О, ё-моё, дядя Вова. Чё? Счетчик к нему не спрыгнул. На гриве. Ты не успел бы убежать? Жопа просто свисла. Еле затормозил, да? Надо ставить. Ух. Разрядил чуть-чуть. Я тоже хочу выстрелить с этой хуйни. Иди показать обстановку. Ну нормально мне наебашил турель. На 1000 хп. Пал? Опа, на нахуй, на 210. Мимо. Попадаю? Мимо. Сидит гнида, наяривает. Не зря гарпунов накрасил, да? Да я тебя... Посмотрю на тебя. Блин, солнышко светит. Сидит скелетик наяривает. Попадаешь. О, наяриваешь нормально. Одно сломал. Да. Так, еще повыше. Я... Тебе выше надо поднять, чтобы попасть. Ой, тут их дохуя, там снизу вон. А где у него геник-то, сука? Сейф торчит. Надо еще что ли красить? Ты в геник что ли стреляешь? Че там? Турель. Ты в павильон попадаешь, мимо. Да? Все мимо, да. Ты в павильон попадаешь. Я наярю. Так я не вижу куда ты. Я вот сейчас только приблизил посмотреть. Сложно, у меня 8 пострел осталось. Мимо, все мимо. Куда стреляет, я это не вижу. А кего нам надо? Металл ебашить. Снимайте нормально. И не говори.
сказали. Ты мать самый лучший. Ну. А у меня худший. Который разнорабочий. И не говори. Ничего не умеет. Умирает. И разнорабочий все умеет, наоборот. Я вижу. Умирай так первым. Вранье. Сейчас вранье. Че, ни разу не умер. Угу. Пока, когда начали уже. Турель не считается. Пошли убытки. Турель не считается. Еще и боусы завязывают. Тоже не считается. А ты думаю, как? Застрял в текстуре, ну ладно, Вова справится. Вова там хп не было даже. Вова хп даже не было. Ты так кости сломаны, даже бежать не мог. Вов, заодно с ним, а я-то думал, он со мной играет. Получается, надо 20 умножить на 8, 160 стрел. Это с учетом, что я промажу. Все? Большинство. Так, чтобы снести турели, надо 320. С учетом, что 311 я промажу. Блять, мне кирку надо. А я чё? Дай мне кирку. Соня. Да дай. Мне там IQ сейчас проснется. Да скрафт чё-то. Там стоит у тебя, блять, этот хуйня. На аргенте скрафт. Чё это? Все, отменил. Я тебя отменю сейчас. Я отменил уже. Ах ты. Я просил по-хорошему. Да, я припомню. И не поставил на крафт. У меня нет времени, Анкиу просыпается. Как он просыпается? Чемпион Московской Олимпиады. Даже его не успел. Русский медвежонок. Сейчас устрою русский медвежонок. Оля, работяга, ебаш. Ага. Разнорабочий, каменщик. Все, приехал. Его в двери привычка ставить, все. Ну. Такси до подъезда. Я тебя устрою такси до спальни. Нам надо наркобори немножко хотя бы. На наркотики. Эта гнида не пролазит. Вся, вывози. Че вывози, убери дверной проем. Так я же подобрал. А, я стену подобрал. Инвалид. Так. Погоди, стой. Убери эту стену. Стену убери. Ты вперед пройди, жердей. Стену убери, говорю. Пшла, лошадка. На, спускай. Детский. Опа, солом собрал. С деревом. Хотя стой, не надо ставить. Ага, не надо. Сигать. Блять, сломалось. Сука. Иди сюда. Нет, не пойду. Делай скриншот. Скриншот? Ставил, сейчас уберусь я. Так, ты на меня посмотри. Я на тебя смотрю. Еще чуть пониже, во. Во. Че, по-быстрому ягод возьму. Медведя обратно загоню. Надо козырь прятать просто. В рукаве держать. Медведь. А? Он ягод лучше лутает, чем этот. Экус ебан. Или нет? А он волокно собирает, нихуя себе. У нас металла нет, чтобы скрафтить. Да, он волокно. Ебал, он волокно лутает. Че волокно лутает? У нас нет металла, чтобы чинить. А ягоды лучше, чем собирать. Я вообще меня не слышишь. Че чинить? Дверной проем твой красит. Че ты весь металл потратил, что ли? Два металла. Дядя Артём. Блять, тебя опять не залазит. Ну что такое? Тебя не хватает? Тафи, пошли разить. Че? Так что принес. Чикать мне тут.
400 металла. Так, вы вол... медведь вообще в окно лутает, бля, как лютый тигр просто. Сейчас он зайдет. Чего зайдем, будет, будет интересно Reddit'е. Ага. Чё, то, что я стреляю, сижу. А ты смотришь. Очень весело. Веселее. А он будет нападать? А я скажу, Артём, убегай. Все, лечу. Только не нервничай, дядя Артём. Не нервничай. Это игра про спокойствие. Лови дзен. И хорошее настроение. Спокойно, хватит. Хорошее настроение. Или бы медведя на улице держать, он держит его в итоге. Это наш козырь, понимаешь? Секретный туз. Его просто выведет и все. Выведут. Это не они его выведут, это он вылетит как тигр. И все. И больше не... переагрится и все. На кого он переагрится? Он сразу лечение дает. И все. Кажется, ему стек брони лечение дают как. Да с какой так брони? Ему похуй. Самое страшное это с баллисты, куда прыгать. Куда он выпрыгнет. Парашют открывай сразу. Так, ты куда стрелял, я не вижу. А, выше. Выше и правее чуть. Во, попал. 60 осталось. Все, сломал. Ебаш, ебаш. Четко летит. Все. Ебаш. Ебаш, ебаш. Один раз. Один раз. Вот, все, сломал. 900. 690. 480. Два раза. Один раз. Левее теперь. Левее и ниже. Вот, ебаш. Последняя? Вот. Нет, там еще одна сверху есть. Но она в другую сторону смотрит. Не знаю, она будет стрелять? Давай убьем тоже. Все, пошел, пошел. Ебаш, дядя Артём. Билетик. Еще есть. Одна. Только не понял, где. Где-то еще стоит одна. А, там где Анкила. Да, я подошел. Так, меня жди, мне тоже интересно. Подожди, я этот... взорву геник. И подлетишь. Давай, я здесь сижу рядом. Там сейф. Надо еще делать ракеты. Я же сказал, там сейф. Что сделаем сразу? Че, ты взрываешь? Нет, я забыл взять. Включил. Пацан 89. Салам алейкум. Как от этого тумана лагает? А, 40 сих. Ох-ох-ох, бензопила. Смотри, винтов, чертежная винтовка хорош. Не наших, кстати, я случайно? Я взрываюсь. Стой, тут что-то еще выпал. Где вот этот? Яйцо грозовой виверна 160-го. Нормально, потом мы бы заебались разряжать. Я же в химстоле там крафтил жестко. Так, где мешочек? Смотрим. Очень много патронов. Очень много патронов. Ой, капсул. Гига? Или... Грива. А, это Рекс. Грива есть. Охуенчик. Еще один. Фундамент, нефтекачка. Тухуелем патрон. Лутайся быстрее, убегаем отсюда. Еще придем сейчас. Ну все, так хотя бы включим. У нас там все равно металл плавится. 3000. Плюс еще одна грива. Нам надо базу какую-то нормальную построить. Ура, сейчас влепим. 700 электроники. И патрон до хуища просто. Сразу, сразу патрон закину в турель. Нам надо грамотно сделать еще несколько геников, закрыть тоже металлом. Ого-го. Поточек. Мне кажется, это походу кент какой-то, да? Потока. А, стеви 239-го. Сука, не достает провода. Вот сюда поставлю, где достает патрончики. Там будем забирать? Не, выкинем. Потом самим лутать. Ну, лутаем. Да пускай лежит, я потом, если что, сюда на этом, на Аргенте прилечу, тут не особо далеко. Качаюсь. Взрываешь, чтобы больше не развивался? Да взорви. Зато посмотрим, донатер или нет, придет. Опять. Купит
3000 уже плавленного металла, а я там закину неплавленного 3000. Из грязи в князи, да, дядя Артём? Не говори. Пойдем с тобой дом искать. И снова мы отправляемся на поиски новых баз. Ой, там, я вижу, там животное. Там килл 384. По 16 ему всего наносит дробовик на 300 урона, на 400 почти. А, легендарный. Ну вот, седло можно забрать. Попробую до этого, до края карты доплыть. Посмотрю, что там. Единственное место, в котором мы еще никогда не искали, это пустыня, поэтому мы отправились прямиком туда. Еще можно вот туда спаловать, где островки, мы там тоже. Туда сейчас пойдем. Вижу, вижу. Собрался что? Турель строить, но не поставил, да? Да, что, взрываю? Да, взрывай, что. Шкаф вижу. Шкаф. Слева или что? Да, шкафы, станок. А павильон выше. Что там? Щитовка, полимер, бур. Потом посмотрим, лутайся. Уходи нафиг отсюда. Нормально, у нас бур теперь есть. Летел на мэвинге. Подвод. Уходи. Сможешь посмотреть, что за тип? Нет, я уплыл. Ты далеко уплыл? Давай, может, да. Загасим его. Я без брони. У меня сетка, блядь. Это вот Могер. Опять тот. А база Могера была? Да. Блять, надо его отпиздить. И, а у него тейк, а у меня брони 0. У меня один удар. Ну все, значит, ладно. Могер что-то пишет. Что он написал? Что-то, блять, даже не на английском, а на каком. Опа, вижу, мой мейвинг сидит. Ебашу мейвинга. Ты на счет другой стороны? Ой, там чувак сидел, походу, я чувака убил. 61 уровня. Он под ним сидел. Он, походу, вылетел. Да, там мешок, сейчас гляну мешок. Броня, металл. Вот, броню, металл возьми. Винтовка легендарная. Ой, скоростные винтовки. Куча боссов. Миниган можно изучить. Чё-то ещё. Пика охуевшая. Валим? А перегрузка системы. Чтобы какие-то есть воры. Я думал, про нас пишет. Тенегриф не будет сегодня спать. А это просто пишет. У меня уже места нет на компьютере. Надо монтировать. У меня АРК на 100. Видео на 150 гигов где-то. Теперь пацан нас искать будет. Этот, мы ему везде поднасрали, а он еще нас не нашел до сих пор. А может, не успел увидеть, кто это был? Хотя там пишет, кто рейдил. Что он нас не искал? Или, я пока опять не... Или найти он пока подле... не мог? Он подлетает, и мы разбегаемся. Могли знать, куда идти. Вот это мы поднялись, конечно. Ставим турельки. Убери свое это обосное медведя. Медведь, не обижай. Ты мне помоги дерево таскать. Нет. Ты моего медведя обижаешь. Я его что-то пальцем не тронул, сейчас его зарежу. Я грифончика вон туда спрячу. Берите его на улицу, нафиг он тебе нужен внутри. Это наш туз, козырь, понимаешь? Бесполезно бывает, знаешь? Я его сам выбью. Да ты знаешь, какой сюрприз? Он я заходит, выкинул, а тут мишка парень. Фредди. Смотри, как... Понимаешь, вот так они заходят, а тут, выйди. А, в ебальник. Видишь, как потом он будет. А, ты бензопилой ебашь? Я тебе что, Геракл, что ты мне хуячишь так? Ты можешь ракетницу скрафтить? Скрафти мне ракетницу. Зачем тебе ракетница, говорит? Я хочу с ракетницей бегать. Ну, патроны сам будет крафтить. Патроны я не могу крафтить, тоже крафтить. Ладно, наверное, скрафтить смог. Нет, у меня мало, погоди, сейчас я принесу. Че где-то зажрался. А, 4 хватит тебе? Нет, больше хочу.
Че, тысячу принес? Иди знали. Ты сейчас принес. Да, тебе хватит теперь. Нет. Или еще 4 или 0. Стоять. Хотя бы 8. Иди отсюда, куда тебе 8? Работать, сычку. Дробовика, ну. Ты видишь, у меня щит рыцарский. Бери гранаты, пошли. Какие гранаты? Еще 4 кровати. Нет. Быстро. Брал. Вот бы медведь. Не вынуждай меня. Бери. Все. Надо. А че не хватает? Ой, да на, подавись. Вот сразу вот так. Опа. Два аргента. Я вот здесь говорю же, я где-то аргенты видел здесь. Ага, вижу. Вот, да. Надо напасть на него. Он томит. Убили. Что-нибудь взял? 4 ракеты звук. Домой идем. Смотри. Смотрю. Смотри. Смотри. Птер, кирка, автомат, манипулятор, парашют, патроны. 100 наркотиков, 107 нормально, гранатомет нормально. Еще патрон нормально. Электроника, еще птер, водичка, патроны еще. Это кто такой? Кецаль, вот это нормально. Диматрадон, это кто такой вообще? Не знаю, стоило их убивать. А где они живут? Ну просто они какие-то бомжовые, я не знаю. На аргентах летают. А мы их зачморили. Ну понятно, у них сишки были на халяву, но все равно. Бомжей побили, можно сказать. Ладно, грех на душе Артема, так сказать. Его руки в крови, я так просто. Я вон там еще видел кибитку с турелем. Не знаю, может снесли уже. Че, ворот нет, что ли? Нет, их зарыли. А чем мы сюда пришли, если их зарыли? Убивать. Животных чисто? Да. Мы же должны отомстить. А чувак вот на майвинге вот здесь вот частенько летал. Может он здесь в начальной зоне? Внизу, может в этом. Вот воде. Здесь вот. Ну в воде вот здесь, может туда дальше. Вот сюда майвинг куда-то летал. Может он там где-нибудь. Все, доплыл до края. Я тоже на краю. Вижу. Вижу базу. Где? Виверны растут. Я вижу. Пробил? Сейчас. По-моему, нету. Ой, сейчас подпрыгнул есть. Случайно. Прям туда подпрыгнул, если бы там турель были. Виверны растут. Чувак спит. Два, да. Баранина. Наручники. Как раз ему сейчас на руки надену. Так, это чувак. Дротики, бензин. Еще один чувак. Бур. Там еще чувак лежит. Три, раз, два. Два чувака. И у меня тут три чувака. А мне показалось, будто я виверны видел. Вот эти вот чуваки страшные. Давай, убивайся. Разозлились эти твари. Минус один, минус два. Виверны вылетели. Откуда? С мейвингов. Это дети, что ли? Да. У тебя есть чем взорвать? Давай взорвем плот. И вообще нахуй платформу эту. У меня есть 6 ракет. Сколько у нее хп? Потянем мы ее? Не знаю. 140 тысяч хп. Не, не потянем. Давай плот сломаем ты. Плот потянем. Моё, сколько лута-то у них. Маловато, да? Да что-то там их много было. 5. У меня лежало 3. У тебя 2. Трое у тебя лежало. 6. Может... Мне кажется, это просто платформа, а там под водой где-то база у них есть. И на этом заканчивается наша серия. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте писать свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.